Еще одно видео. Это Рязанская область, город Касимов, микрорайон Приобский, короче, пятерочка. После ремонта открыли, установили 4 сканера. Сейчас я вам их покажу, пока никто не докапывается. Вроде нормально. Делаю еще раз. Вот смотрите. Смотрите, пожалуйста. Вот они, 4 зеркала. 4 зеркала. Коробки. Сверху этих зеркалов. Еще раз объясняю. Это будет биометрия лица считываться. Вот эти квадратные коробочки сверху, которые, они будут зажигаться красным и зеленым цветом. Если ты подошел без маски, красный цвет тебя уже не будет обслуживать. Зеленый, пожалуйста. Второй шаг, это невакцинированный. Подошел, красный цвет, не обслуживает. С вакциной зеленый. Короче, и третий этап, это без чипа подошел, тебя не обслуживают. С чипом, пожалуйста, зеленый цвет. Вот, пожалуйста, вот он. Вот. Вот. Добро пожаловать в цифровой концлагерь. Он уже пришел к нам. Он уже нас тихо загоняют, без шума. Аккуратненько сети расставили, чтобы не напугать. В основном это все, 99% это быдло недумающие, которые не могут критически воспринимать информацию и мыслить критически не могут. Им на все насрать. Это рабы. Конченые. Никакого сопротивления нету вообще, абсолютно. Вот так вот. Так и деньги наличные отменят. Ну, всего хорошего. Сегодня это видео будет в интернете.